Мы сейчас в городе Шахтерске, который последние дни находится под постоянным артиллерийским обстрелом. За 2 месяца, проведенные на этой войне, я видел много воронок от артиллерийских снарядов и от авиабомб. Да и Шахтерск уже весь изрыт. За последние несколько дней на него обрушились сотни бомб. Но такую воронку, как эта, во дворе жилого дома по улице Щербакова я встречаю впервые. Такое-то похоже на то, что они на Шахтерске испытывают какую-то бомбу, которую они еще в Донбассе не используют. Я учитель міста Шахтарська. 40 років проробила, учила дітей любити Україну, любити Донецьк, любити рідну землю. Ось чим я осталася на старості років. Що мені робити? Мої учні по всьому світі, і на Україні багато, і в Харкові, і в Києві, і скрізь. Що мені робити? Як я осталася? Куди мені йти? У мене немає нікого, нікого немає, я одинока. А багато ж ще малих дітей в Шахтарській. Малих дітей я вже не за себе, а за малих дітей, маленькі. Немає грошей виїхати у людей. Бідні вони жили, і тепер по двоє, по троє мої знайомі живуть отам на мікрорайоні. Сьогодні дзвонили, і багато сімей таких, що немає їх грошей, щоб поїхати кудись із ними. Я роді політку захватив, і серце хватає, і все. Я ж думала вмерти по-чоловічі, як люди вмирають, щоб мене винесли струною. А що буде сьогодні вночі, що буде ще гуть зараз опять? Бачите, що робиться? Вон, слышите, вже гримит. Опять гримить. Да. На кого, на старці? Я просто хочу сказать, я местный житель. Погоди. Я здесь прожил с самого детства. Как родился, жил все время в городе Шахтерске. И меня достала вот эта неправильная политика наших президентов и премьер-министров, которые говорят, что они нас освобождают. От кого они нас освобождают? Мы никем не были никогда не оккупированы, не были никогда никем захвачены. А нас уничтожают и работают установками град, минометами и неизвестными снарядами, от которых остаются вот такие вот воронки. Это что, миномет работал? Да, блин, это, наверное, тактическая ракета была. И по мирным жителям, это частный сектор. Тут нету ни ополченцев, никого. Самолеты, наверное, бросали. Да зайди во двор, посмотри, подойди поближе.